Дорогие друзья, мы с вами направляемся к одному из трех самых древних кладбищ города Шамаха. Здесь предположительно похоронен брат Василий. Кладбище Шахандан – одно из трех самых древних в городе Шамаха. Здесь похоронен брат Ясини. Шахандан – мезары ардады, мэллим. Дюс. Дорогие друзья, мы видели здесь также захоронение, которым несколько сотен лет. И мы с вами направляемся в мавзолей 15 века. Здесь похоронен брат великого Насими, Шахандан. Это одно из старинных кладбищ города Шамаха, Шахандан. Здесь похоронен брат Насими. Сам мавзолей 15 века. Аллах рахмет эйлесин.